Бизнес под ключ. В Самаре стартовала серия семинаров для предпринимателей. На них рассказывают, как государство поддерживает эти формы бизнеса. Представители администрации говорят, объемы господдержки предпринимателей растут. С этого года начал действовать национальный проект для развития малого и среднего бизнеса. Денег выделяется достаточно много и серьезные они и на уровне города, и на уровне области. Самое главное целью вот этих вот мероприятий является освещение того, какие меры поддержки на уровне города, на уровне субъекта, на уровне федерального центра может предприниматель получить в форме имущественной поддержки, денежные средства. Помогают по-разному. Это и гранты до 350 тысяч рублей от администрации города на новый бизнес, и льготные кредиты от областных госорганизаций, и бесплатные консультации по проблемным вопросам, и многое другое. Предприниматели говорят, такая помощь крайне востребована. На все совещания, которые проводит наша администрация, присутствую всегда, как бы все касается лично нас, предпринимателей, чтобы быть в курсе. Но больше, конечно, меня интересует эта правовая тоже часть. Мы занимаемся выпуском книг, у нас рекламное агентство, сеть парикмахерских. Администрация Октябрьского района постоянно посылает наших сотрудников на обучение пожарной безопасности, охраны труда, то есть достаточно серьезную правовую поддержку. Семинары для предпринимателей пройдут во всех районах Самары. В будущем они будут повторяться каждый квартал. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События.